Эй, отгоните машину, а то я выпишу вам штраф. Ну попробуй, мороженщик, догони нас. Ну чё, Пончик, будешь ещё есть мороженое? Ну я чё-то вообще больше неохота. На тебе, сам будешь делать мороженое и приглашать меня в гости. Ай, какое добренькое утречко. Что, злой мороженщик стал полицейским? А этого парнишку я знаю, его зовут Пончик. Он очень любит пончики кушать. Эй, дайте мне, пожалуйста, самый вкусный мороженый, товарищ полицейский. Да, конечно, сейчас ты сам будешь мороженым. А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то злой мороженщик точно никогда вас не поймает. 1, 2, 3. О нет, наш пухляш не знал, что этот полицейский на самом деле злой мороженщик. Бедный Пончик надо его спасать, вроде нас не заметили. И кстати, злого мороженщика сделал полицейским вот этот парень, Абиги Джо. Обязательно подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании. А нам надо искать веревку, чтобы сползти нашего толстячка. У меня уже даже язык заплетается, потому что надо делать все быстро, пока этот мороженщик не превратил его в мороженое. Он ненавидит толстых ребят, поэтому всех их замораживает и прячет у себя дома в холодильнике. Надо скорее бежать как можно быстрее. Смотри, что-то лежит. Это у нас карта. Крутяк, она нам пригодится. Походу, он реально съел полицейского и украл его машину. Эй, ты слишком много знаешь. Иди сюда, я тебя арестую, и ты будешь хранить молчание. Ага, сейчас. Злой мороженщик, у тебя ничего не выйдет. Быстрее заползаем сюда, закрываем дверь. И все, вроде нормально. Пончик, держись. Дружище, ты уже весь синий, но я знаю, что я смогу тебя спасти. Быстрее вешаем карту и смотрим, куда можем отправиться. В стойло. Там база этого злого продавца мороженым. Там он хранит всех, кого поймает в своих холодильниках. А когда они замерзают, он превращает их в вкусное эскимо. Эй! Иди сюда, я из тебя сделаю эскимо. Не, из меня, пожалуйста, лакомку. Шутка, шутка, чувак. Я не хочу быть мороженым, это полная жесть. Ты представляешь, мороженое в принципе ничего не может делать. Оно может только смотреть по сторонам и все. Поэтому мы забираем эту канистру, залазим в фургон и отправляемся на детскую площадку. Ууу, быстрее, надо уезжать, пока он нас не заметил. Он реально очень страшный, злой, голодный, какой-то вообще сумасшедший. Как можно додуматься живых людей превращать в мороженое? К тому же, видимо, мы тоже толстые мальчики, поэтому он за нами постоянно бегает. Надо залезть в трубу и налить как можно бензина, чтобы поскорее уехать от него. Хотя он почему-то везде появляется и преследует нас, независимо от того, куда мы съездим. Отлично, вылазим. Пока его не видно, надо быстрее набрать бензина. Как можно больше. Он любит выскакивать резко. Пожалуйста, только не хватай нас. О, он был рядом. Я почти тебя поймал. Быстрее. Ты был бы очень вкусным мороженым. Ага, сейчас. Товарищ полицейский, вы бы хоть представились перед тем, как меня хватать. Ладно, быстрее бежим к фургону. Что же он сделал с этим бедным полицейским, у которого он угнал фургон? Я даже не представляю. Быстрее бежим. Надо искать куртку. Как раз того полицейского, которого он и съел, и заморозил. Здесь ее нету. Где она может быть? Она может быть либо на карусели, либо на горках, либо еще где-нибудь. Я понятия не имею. Вот она. Куртка полицейского. Быстрее открываем и берем ключи. Ё-моё, а куда же он? Дело его штаны, я не знаю. А штаны я одел и хожу в них. Ты что, не видишь? А, точно, он даже взял его очки и маленькую шляпу. А почему у полицейского такая маленькая шапочка? Не знаю, возможно, он надел ее для прикола. Ё-моё, а тут нет выхода. Мы ж прыгать не можем. Кстати, почему я не могу прыгать? Не знаю. Это немного странновато. Быстрее бежим в фургон. Мы от него оторвались. Или нет? Хоть бы он нас не нашел здесь. Пожалуйста. Отлично, отправляемся в кафетерий. Сейчас с тобой выпьем кофе и быстренько поедем дальше. Я не понимаю, как он успевает за нами поехать, если мы уезжаем без него. Вот это немножко странновато. Возможно, у него есть второй фургон. Или он что-то еще придумал. Быстрее! Здесь закрыта дверь.
Он, походу, ходит в кафе, да. Эй, заходите к нам в кафе. У нас вкусные полицейские пончики и мороженый. Он, походу, нас не видит. А если мы откроем? А, полицейский нас заметил. Ё-моё. Я сейчас тебя арестую. Меня не за что арестовывать. Арестуй себя, чувак. Быстрее залазим. Нам надо найти какую-то подсказку. Суперсекретную. Здесь рабочая одежда, и Дональд будет следующим работником. Ну, допустим, а вон мороженчик идет. Быстрее прячемся. Эй, ты сюда! Куда же нам спрятаться? Нам просто повезло, что он куда-то пошел. Эй, от правосудия не скрыться, я тебя все равно найду. Иди, иди, ищи. Эх, обеги, Джо, что же ты наделал? Он стал еще злее. Давай быстрее заскакиваем. И едем на парковку. Точно, созвучно со словом «морковка». Но здесь нельзя ехать на морковку, поэтому едем на парковку. Это очень стрёмно. Я даже не знаю, как так могло произойти. Видимо, полицейский, которого он съел, тоже очень любит мороженое и хотел его купить. И в этот момент полицейский, точнее, злой мороженщик его заморозил. Возможно, что полицейский был очень толстым. И поскольку мороженщик не любит толстяков, он как раз и сделал свое грязное дело. Точнее, свое холодное дело. Вылазим, быстрее берем ключи. Ё-моё, здесь кругом какие-то двери. Давай, пончик, держись, а что у тебя на руках? Пончик, тебя еще и наклейками обклеили. Блин, кто-то прикололся над тобой, чувак. Все, погнали дальше. Главное, на него не нарваться. У-ху, ща гоним. Изичайше просто. Я, наверное, на картинге-то так-то не умею кататься, но здесь могу. Немножечко. Этот мороженщик может ходить по стоянке, ему вообще, в принципе, пофигу, где ходить. Так, сразу развернем машину, чтобы быстрее отсюда уехать. Заходим. Пока мороженщика не видно. Открыли дверь. Все. Закрываем быстрее. Это комната того полицейского, которого съел мороженщик. Дональд, Дональд, ты где? Подождите. Вон он был. А где же он? Где торжал этот мороженщик? Главное, на него не нарваться. Он реально иногда резко выскакивает. Это очень стрёмно. Быстрее газуем. Давай, 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 шуруй быстрей. Супер картинг. Отлично. Уезжаем. Сюда заезжаем. И быстрее останавливаемся, забегаем в наш фургон. Закрываем двери и погнали. Быстро в кафе. Надо забрать еще один предмет, чтобы наконец спасти пончика и скрыться от этого назойливого полицейского. Фу, мы приехали. Почему мы все делаем ночью? Давайте подождем рассвета. Тогда нас никто не поймает. Быстрее, где вы? А где? А вот кусачки. Фу, ё-моё. Ёшкин-матрёшкин, он же где-то здесь. Быстрее, на парковочку. Дрым-дрым-дрым-дрым. Погнали. Сейчас надо все сделать тихо и аккуратно. Если он нас заметит, это будет... эпично и плохо, он нас заморозит. И может сделать из нас все, что угодно. Ну, естественно, он сделает мороженое. Что же еще он может нам предложить? Быстрее. Газуем. Опачки. Наверх. Главное не нарваться. Пока я его не вижу, поэтому я запрыгиваю. Ну, он где-то ходит. Он реально где-то поблизости шастает и что-то там рассказывает. Это очень опасно. Фу, дропаем. Они вроде нам не нужны, здесь маска этого мороженщика. Было бы прикольно, если бы мы могли ее одеть, ну или хотя бы снять очки и одеть их на себя. Но, к сожалению, мы не можем этого сделать. Здесь дневник бешеного рода, как его называют. Его еще называют рот, потому что у него огромный рот, и он всех туда заглатывает. Короче, это просто реально монстр. Самый настоящий злодей. Мы нашли ключ от клетки, где сидит пончик. Сейчас бы нам еще выбраться отсюда. Все, вроде вылезли. А, он здесь! Он застрял в картинге!
Эй, я иду в твой картинг и не могу пройти. Естественно, чувак, ты не сможешь сквозь него пройти. А как теперь нам отсюда выбраться? Ё-моё. Эй, вы неправильно припарковали машину, поэтому я вас сейчас арестую. Ха-ха, ну попробуй. Не, реально он застрял. Эй, отгоните машину, а то я выпишу вам штраф. Ну попробуй, мороженщик. Ха-ха, догони нас, товарищ полицейский мороженщик. Реально, он ничего не может сделать. Мы просто сломали игру. Все, да, свидули? А, сейчас он выбрался, но как бы у него нет шансов, мы все равно быстрее бежим, поэтому давай-давай, погнали. Надо быстрее спасать пончика. Я надеюсь, что мы все-таки сможем от него сейчас убежать. Отлично. Все, мы убежали и погнали. Пончик, давай, держись, мы почти тебя спасли. У-ху! По идее, все. Смотри, его реально обклеили наклейками. Пончик, ну ты как? Ты живой? А? Эй, как же мне больно! У меня все зажало, пока! Ё-моё, Пончик, ты чё? Как ты спрыгнул на ходу? Ха-ха-ха! Всё, фургон уехал. Ё-моё! Вот это да! Ну чё, Пончик, будешь ещё есть мороженое? Ну я чё-то вообще больше не охота! На, тебе сам будешь делать мороженое и приглашать меня в гости! А, ну окей, Пончик. Будем тогда лучше у меня мороженое есть, чем еще где-то покупать у злого мороженщика. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравился видосик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на канал Абиги Джо, парня, который сделал этот офигенный мод. Все ссылки будут в описании. И всем удачи, до скорых встреч. Пока-пока.